Урок 2. Испанская партия – открытый вариант для второго разряда. Стратегические планы белых в этом начале связаны с атакой пешки Е5. Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5, А6 – это основной ход в этом варианте. Черные не боятся, слон бьет на С6, потому что после ДЦ – конь бьет на Е5, ферзь D4, конь F3, ферзь бьет на Е4 шах, ферзь Е2, ферзь бьет на Е2 шах, король бьет на Е2, у черных преимущество в окончании. Вернемся к третьему ходу черных А6. Слон А4, конь F6, это основное продолжение. Рокировка, конь бьет на Е4. Этот ход определяет открытый вариант. D4, B5, слон B3, D5, DE, слон E6 с равной борьбой. Домашнее задание. Задание 1. После E4, E5, конь F3, конь C6, слон B5, А6, слон А4, конь F6, рокировка, конь бьет на Е4, D4 черные сыграли, ЕД, ладья Е1, F5. Как использовать эту ошибку черных? Задание 2. Ход белых. Найдите комбинацию. Задание 3. Ход черных. Найдите комбинацию. Задание 4. Ход белых. Найдите комбинацию. Задание 5. Ход белых. Найдите комбинацию. Ответы на задание вы сможете посмотреть в уроке 3. А сейчас ответы на задание урока 1. Что будет, если белые сыграют ЕД? Ферзь бьет на D5. Ладья H3, конь E5, слон бьет на E5, ферзь бьет на E5, ладья E3, ферзь F4 с преимуществом у черных. Что будет, если черные сыграют, ладья бьет на G5, HG, ферзь бьет на A2, D6, слон бьет на G5 шах, ладья H на E3, король E8, D7, ладья D8, ферзь G4 с преимуществом у белых. Задание 3. Ладья D8 шах. Ладья бьет на D8, слон бьет на C5. Задание 4. Ладья бьет на D7, ферзь бьет на D7, конь бьет на B6. Задание 5. Слон бьет на H6, ладья бьет на H6, конь бьет на G5 и ферзь пойман. На этом все, смотрите урок 3.